Полицейский участок в городе живет бурной жизнью. Звонки о помощи нередки. Патрульная полицейская машина едет по городу. Полицейская машина для транспортирования преступников перевозит их в надежных условиях. Есть в полиции и два вертолета. Небольшой для облета территории и наблюдения за местностью. И большой транспортный вертолет для перевозки грузов и людей. Центральная елка на главной площади наряжена. Она создает праздничное настроение. Бандиты хотят похитить елку. Это им удается. Где делась елка? Неужели кто-то украл? Надо позвонить в полицию. Алло, полиция? Пропала елка на главной площади. Вызов принят. Отправляем полицейских на поиски. Ёлочка-то красивая. Обойдутся жители без неё. А к нам на ёлку придёт Дед Мороз. Машина, едущая впереди, немедленно остановитесь. Не двигаться, руки за голову. Бандиты пойманы, ёлка найдена. Ура, праздник состоится. А вот и Дед Мороз. Я с подарками, с Новым годом!